искал. Нашел что-нибудь интересное? Это бумаги человека по имени Боуман. Они относятся ко временам воскрешения. Боуманс. Я уже где-то слышал это имя, когда мы приплыли на север. Так звали того колдуна, что разбудил древнее зло и освободил тех, кто лежал в курганах. Черт. Более 400 лет назад закончилась эпоха владычества. Эпоха ужаса и тьмы, когда могущественный властелин правил огромной империей зла, простиравшейся от побережья и до северных льдов. Он, его супруга-госпожа и 10 взятых им чернокнижников держали все живое в стальных объятиях страха. Потом генерал сопротивления Белая Роза и ее сторонники смогли свергнуть властелина и разрушить империю. Однако им не удалось полностью уничтожить его и его наиболее могущественных приспешников. Властелин, госпожа и 10 взятых были скованы искусными чарами, погружены в глубокий сон и похоронены в великом лесу. Там, где было поле последней битвы. Комплекс охранных сооружений, цель которых — удержать древнее зло в земле, известен сейчас как Курганья. Около полувека назад все они, кроме властелина, освободились. Это дневники того человека, который их освободил. Приезжал? Дакар. Это ворюга. Не забыл ему деньги получить? Привез письмо от Шаба. Вот. Шаб едет домой. Домой? Не может быть. У него же работа в университете. Он взял академический отпуск. Приезжает на лето. Зачем? Нас повидать. В лавке помочь. Диссертацию закончить в тишине. Он приезжает, чтобы помочь тебе копаться в том, где копаться не следует. Так ведь? Приходит год кометы. Духи взятых восстанут, чтобы оплакать падение владычества. Этим летом комета, явившаяся в час падения властелина, идет в 10-й раз. 10 взятых проявят себя сильнее. Ах, зачем я так во все это ввязалась? Говорила же мне мама. Предупреждала. Говорят, у Шаба есть невеста. Надо будет накопать еще этой рухляди на продажу. Нам понадобятся деньги. Ты хоть сейчас начинай. Хочешь выгнать меня из дома? Не огорчусь. Курганы были тщательно защищены многочисленными охранными заклинаниями, образующими несколько концентрических охранных поясов. Большая их часть была направлена вовнутрь, чтобы удержать захороненное внизу. Внешние же пояса, напротив, были направлены наружу, чтобы уничтожить любого, дерзнувшего нарушить покой могильников. Территорию вокруг комплекса патрулировала Вечная Стража, элитные подразделения, казармы которых располагались в поселке неподалеку. В их задачи входили охрана и поддержание целостности охранных периметров Кургана. Слава. Увы. Вода и время разрушили многочисленные сооружения. Столбы, амулеты
поддерживающие охранные заклинания, упали. Стены курганов были размыты. Все заросло травой и колючим кустарником. Во времена Бомонца от охранных сооружений остались лишь холмы, поросшие лесом. А вечная стража превратилась в место ссылки инвалидов и бездельников. Такова природа человека, Костоправ. Великие деяния прошлого, идеалы, из-за которых гибнут тысячи людей, все предается забвению. В скорости после того, как умирают те, кто видел их собственными глазами. А подчас даже и раньше. Следующее поколение уже не помнит деяний своих отцов. А внуки подчас топчут ногами их прав, даже не подозревая об этом. Там я вообще роюсь. Так, надо проверить. Если бы только описания Акулеса не были столь туманны. Тут, вероятно, стоял в фланках строя. Ось строя должна быть параллельна остальным. Значит, меняющие его рыцари должны были стоять вот там. Что? Не бушуй, Бо. А ты что хотел? Кидаешься на людей из кустов. Таких кустов? Да что, совесть мучает, Бо. Бесант, ты пытаешься подловить меня с незапамятных времен. Чтобы тебе не бросить эту затею. Сперва меня пропесочил Жасмин, потом Такар скупил у меня все, что мог. Так, что мне придется копать новую партию. А теперь я еще с тобой любезничать должен. Сгинь, я не в настроении. То, что я тебя не поймал, Бо, не значит, что ты невиновен. Это значит только, что я тебя не поймал. Если я виновен, то ты, должно быть, полный кретин. Если за 40 лет не смог поймать меня за руку. Ну какого черта ты не можешь облегчить жизнь нам обоим? Скоро я у тебя с шеи слезу. Ухожу на пенсию. Правда? Мне жаль. Верю. Может, у моего сменщика хватит ума взять тебя за жабры? Ослабься. Хочешь знать, что я делаю? Пытаюсь прикинуть, где полегли рыцари Телекура. Такар требует шикарные вещи, а это лучшее, что я могу ему дать, не забираясь на курганы и не давая тебе повод меня повесить. Такар тебя до добра не доведет. Все, никак успокоиться не можем. Слушай, может, хватит играть в кошки-мышки? Thank you.
Ну-ка. Смотри. Я тебя хочу предупредить. В Весле ходят слухи, что он из Воскресителей. Действительно? Воскреситель? Болтает всякое. Я подумал, может быть, тебе будет интересно. Мы тут вроде как близкие знакомые. Я живу здесь всю жизнь, Бесант. И даже мне сложно поверить, что это все не пустая болтовня. Подожди. Кургане и мне давят на душу. Но я просто не могу поверить, что эти твари восстанут, проведя в могиле 400 лет. Бо, может, ты и честный парень? Тогда держи совет. Когда я уйду, подхватывай эти штучки и дуй в Весло. Ты начинаешь говорить, как Жасмин. Я серьезно, Бо. Если власть тут в руки возьмет какой-нибудь неверующий идиот, ад вырвется на свободу. В буквальном смысле. Носи ноги, Бо, пока это возможно. Дери! Чёртова дура! Нос потереть не может, ведь платок подержал. Что тебе? Где ты есть? В лавке! Сюрприз! Ша! А. Уже здесь? Мы ждали тебя только на следующей неделе. Я рано уехал. А ты хорошо выглядишь, Павел. Это все стряпня твоей мамы. Ну разве он не красавец? Такой высокий, здоровый. А одежка-то какая? Ни в какие темные дела часом не впутался? В какие дела может впутаться старший преподаватель? Ну пойдем, на страшном монашке исследовании. Подожди, Шап обещал мне сюрприз, прежде чем ты спустился. Ну? Я помолвлен, скоро женюсь. Помолчи, Боманс. Расскажи о ней, Шап. Вы уже, наверное, кое-что знаете о ней. Она сестра Такара, Слава. Сестрица Такара? Да. Что ты знаешь об их семье? А в чем дело? Ни в чем. Я просто спросил, что ты о них знаешь. Достаточно, чтобы знать, что я хочу жениться на ней. Достаточно, чтобы считать Такара своим другом. Достаточно? А если они воскресители? Воскресители? Пам! Так думает Бесан. Стража следит за ним. И за мной. Пришло время кометы, Шап. Десятое возвращение. Бесан чувствует большой заговор воскресителей. И давят на меня. А после этой истории с Такаром будет давить еще больше. Мне не следовало приезжать. Вряд ли я добьюсь чего-нибудь, уворачиваясь от Бесанда и сражаясь с тобой. Нет, Бо, твой отец не будет скандалить. Ты ведь не будешь скандалить, Бо. Не будешь. Извини, сынок. Он просто меня заездил. Спасибо, пап. Как твои исследования? Сумасшедший какой-то разговор. Все задают вопросы, и никто на них не отвечает. Дай денег, Бо. Зачем? Вы двое здрасте не скажете, пока не начнете свои заговоры плести. Я пока на рынок схожу.
Мама стала мягче. Я что-то не заметил. Ты тоже. А дом совсем не изменился. Все так же тесно. Надо сделать новую. Это совсем истрепалось. Да, изменений немного. А ты попробуй избавиться от Бесанда. Вот. Это последнее препятствие у меня на пути. Это единственный путь, пап. Может быть, лучше взять верхние два? Или даже один? Тогда у тебя будет шанс 50/50 угадать. Я не гадаю. Мы же ведь не в карты играем. Если при первой сдаче сыграешь неправильно, второй не будет. Боманс, этот колдун был безумец. Или чудовище. Или то и другое, как это нередко бывает. Не думаю, что это так, Лейт. Из более ранних записей следует, что воскрешение госпожи не было его целью. Он мечтал найти дорогу в Курганье и установить с ней телепатический контакт. И зачем? Он надеялся, что она поделится с ним тайнами своего магического искусства. Он замыслил это еще в юности, и всю его жизнь эта мечта была для него чем-то, что выделяло его среди серой толпы, что придавало смысл его существованию, пока старость не стала наступать ему на пятки. Боманс был исследователем, фанатичным исследователем, но он не был злодеем и не был безумцем. Что ж произошло? Его сын был вовлечен в секту воскресителей, тайной организации, ставившей своей целью воскрешение властелина и реставрации владычества. С его помощью они воспользовались дорогой в Кургане, что проложил Боманс. Что было дальше, знает каждый. И что стало со всеми этими людьми? Они все погибли, когда были разрушены Кургане. Как и Боманс. Где вы застряли? Все в порядке? Да, карта у меня. Где старик? Боманс ушел в Курганье. Хочет выполнить свою мечту. Он нам не помешает? Думаю, нет. Хорошо. Все в порядке, Бесант. Это я, Шаблон. Шаблон? Позови отца. Черт. Ты сдох! Анестахо, Азара и Дасадо, Студовало, Сектатудо, Гентамарато, Эринкадо, Настатантарахо. Сон такой холодный, как смерть, когда постелью служит могила, а одеялом каменная плита. Сон особенно похож на смерть. Иди ко мне, ты разрушишь сон, и я щедро награжу тебя. Ты снова будешь молод и силен, сильнее, чем когда-либо в твоей жизни. Я открою тебе двери могущества. Открой двери моей гробницы. Нет! Мне холодно.
Постойте. Следите по сторонам. Пойдемте. Секта!
Я пришел. Но не для того, чтобы тебя освободить. Я не верю в твои обещания. Я слишком хорошо знаю тебя. Хотя я вижу тебя первый раз. Ты не имеешь власти надо мной. Твои заклинания бессильны. Я не дам тебе вырваться на свободу. Твои приспешники тебе не помогут. Ты проиграла. Я, Боманс, жалкий старик, разрушил твои планы. Это моя месть за то, что ты погубила моего сына. Я знаю твое истинное имя. Я скую тебя и крепче любых заклинаний. И погружу тебя в сон более глубокий, чем сейчас. Нет! Ты не смеешь просить! После стольких лет! После того, что ты сделала с Шабом! Истинно именую тебя Ардат! Ладно, хватит копаться в прошлом, Костоправ. У нас слишком много насущных проблем. Повстанцы взяли Ржу. Армия Хромова разбита и беспорядочно отступает. Был приказ отходить на юг. Уже рассвет.